Здравствуйте! Российский тренер по биатлону Владимир Аликин отреагировал на сложившуюся ситуацию в Союзе биатлонистов России, при которой в борьбе находится президент и правление организации. Министерство спорта должно вмешаться и разрулить. Не может быть, чтобы люди из СБР такой популярный вид спорта просто взяли и кинули, заявил Аликин. По словам эксперта, сейчас он не знает, какой из сторон верить. Как считает Аликин, во внутренней борьбе пусть разбираются сами стороны, а люди из биатлона уже устали от сложившегося в федерации бардака. Союзу нужен богатый человек, а притаскивать спонсоров со стороны практически невозможно, учитывая текущую проблему, заключил Аликин. Тренер отметил, что федерация сейчас находится в больших долгах. Насколько я знаю, в этом сезоне во многих отелях, где останавливались ребята из сборной, они не рассчитывались. Пожили там, а оплаты за это нет, заявил Аликин. Также тренер добавил, что в связи с этими долгами в ближайшее время могут наступить серьезные последствия. Напомним, также Союз биатлонистов России имеет задолженность перед Международным союзом биатлонистов. Сумма долга постоянно увеличивается, поскольку в нее входят затраты на расследование допинговых дел. Совершенно согласны с мнением экс-тренера Владимира Аликина. Когда же, наконец, в Министерстве спорта обратят свое внимание на биатлон? Неужели не знают о том, что сейчас творится в федерации? Почему-то мы уверены в том, что отчетно-выборная конференция, на которую возлагают многие надежды, не даст никаких ощутимых результатов. Но это только наше личное мнение. Что вы думаете по данному поводу? Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!